Отойдите. Дави, Танчик, каску. О, блин, Танчик, говорю. Каску раздавай. Если хочешь, на паладина заходи. Да, блин, мне на танка на голову. Кто-нибудь будет ролить голову там на танках? Вряд ли, ну. Сиди тогда на ДК. Я потом могу зайти там. Я пока не могу использовать эту способность. Прочитать это заклинание. Загрели мобов. Охуенно. А бейте копы по-братски. Поднимайтесь. Идите сами пока. Всем привет. Здорово. Олег здесь? Да. Здорово. Ну, этот, по поводу того вопроса ЕП, которое непонятно куда ушло на всех персах. Пиши туда. Прибыло. Еще раз, что говоришь? Я слышу не было. Напиши в том посте. Те, у кого сколько ЕП было и приблизительно когда, какие рейды ты ходил. Ага. Окей.
к рыбе не могу. Не могу ставить. У кого-то есть рыба? У меня 7 штук есть. Поставить? А, поставь. Я на ты где? У меня уже достаточно таких предметов. Кто БДК пойдет? Грегор. Вот тут. Я лечу. Маквей, поставь ауру сосредоточенности. Давайте, пошли агрить. Все готовы. Прячьтесь за колонну. Все, можно бить. Олег, у нас тут есть интересное предложение. Какое? Акма может БДК пойти, а я в ХДК. Так Акма больше дамажит, чем ты. Чё, он больше дамажит? Мне так кажется просто. Я не знаю, если честно. 6,6, а ты, наверное, 6,1. Нет, я не 6,1. Подрос. А, нет, Акма АДК, нет, пусть остается в АДК. Макгрегор самый профессиональный фрост дека этой гильдии. Так, давайте заново бафнем. Макгрегор танк и Седер. Седер, раздай. Я уже раздал каски. А что ты раздавал? Каски раздал. Хорошо, тогда давай, Макгрегор, ты кресты будешь раздавать, а я кулаки. Волю 8 плюс. Может, другим где-то зайти могу. Надо. Блять, кто там побафал каски? Кто сбил, блять? Да все, успокойся.
Макей, просто разбафай кресты, а ты заново разбафай каски. Давайте чекнем. Напишите аркана, кого вы ролите. Дайте столик маги, пожалуйста. Так тут у всех воля Гервани. Там блин, да, вроде да, надо, но он уступает. Во, красава, блин. Чего не упадет? Бестмод, Седер, готова? Угу. Все, я тебе дал кулак, бестмод, заходите за линию. Ну, пух. Так, все готовы, макрос на пул пошел. Где он? Там вперед. Давайте рост. Где-то подойди ближе. Давайте, сейчас будут шипы. Слили в шипы. Давайте в шипы. Танки, разбегайтесь. Седер влево, Макгрегор вправо. Разбежались. Танки разбежались быстрее. Ну вот вы не разбежались, сейчас плохо. Давайте, все в шипы сыграли сейчас. Прожми сакру теперь. Отбежали от ребра. Сейчас будет лужа опять. Серебан, давай гимн отхил. Гимн отхил давай. Опять шипы играем. Дали под босса. Опять шипы. Шип под морды у босса. Кружок. ДД кружок. Цель в шипе убил клип босса. Забавно. Идем дальше. Поднимите Стервана. Крыльцо на холле пало. На хила, в общем. Бисовые наручи на танка, на мейн. Писовое колено, хули пристайр, друг. На оф. Не врывайте сразу звездопадами, там грозы. Ирки Седера. Ирки Седера. Седера бить? Хилит. Просто не стойте под мордой мобов, они кливовым. Бью. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем. Ну дайте обратно обратно, не бейте сразу. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Так, у меня завис, я перезайду сейчас. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Тот, кто откажется повиноваться, будет... Внимание! Спасибо за внимание! Кто будет служить ему верой и правдой,
достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Беги, малышка, беги! Так, поклон скидывай в танка. Да, Акма уже спекнулся в танка, поклон скидывай больше ДПС дает. Все, тогда не спекайся. Давайте, 2 БДК слева, протопал справа. Маковей, кидай каплю с пула, седер каплю с пула. Присты, контролем людей, фурики, фир. Присты, фир. Ты мне два раза учился. Магию, вцу. Лизни тотем, лази панк, жабу. Паладины станы. Так, все готовы, мой краснопол. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей... Давайте по максимуму убиваем. Че 30 пишет про такой нормальный сатирит 6. Давайте, все в трэш сыграли. Сейчас будет контроль. Готовимся контролить. Не ауешим своих людей. Так, смотрим. Сейчас будет контроль. Проба застанет кого-то. Так, я в контроле. Два человека почему-то. В контроле только. Луну. Луну в контроль киньте. Луна опять расконтролилась. Все, продолжаем дальше играть. Так, первый на пол, на второй фазе на Макгрегора. Давайте в трэш опять. Все в трэш. Справа бейте трэш. Маковей каплю кинь на кого-нибудь. Так, сейчас будет контроль, смотрим. Расконтролили людей. Вот, до типки. Стан. Ну... где прохил? Где контроль? Переводите быстрее на полном Макгрегора. Быстрее переводим. Быстрее, 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 быстрее. Так, фаза пошла. Но сначала играем в трэш. Вышел слева трэш. Все в трэш. Выходим с лужи. Своих не ауешим. Отбегаем от духов. Сейчас будет контроль через 5 секунд. Прекратили ауе дамаг. Вышли из-под духов. От духа веди, Макгрегор, веди босса, это духи. Мелизония законтрольный человек, не бить его. Кот из леди. Кот из леди диспелем. Вышли духи, отбежали от духов. Так, веди, Макгрегор, в сторону трэша босса. В другую сторону веди, сейчас трэш выйдет. С той стороны видит. Пошли духи. Все, пошли бить трэш. Пошли бить трэш, сейчас будет контроль. Так, служи вышли и законтролили людей. Никакого ауе дамага. Смотрим, сейчас будет контроль. Отошли от духов. Расконтролили, дайте фир. Три приста могут фир дать. Квадрат законтрольте. Пурики фир. Диспелим с леди хоты. Три хоты. На леди. Опять вышли с духа. Веди босса Акму. Служи, выходим. Он летаем с тим. Ну давайте, напуливайте на Макгрегора. В Акму 4 стака. Так, бьем трэш. Контролим своих людей и отбегаем от духов. Быстрее в трэш сыграли, сейчас будет контроль. Так. Стопнули, а у я дамаг, вышли служи. Контролем своих игроков. Иду к дуду типке станет специально. Выводи леди из-под законтроленных людей. Тирбан, бестмод не очень умные.
больше циклон поставил. Выводи босса. Все, не бейте, тут раши, бейте леди. Веди постоянно леди, если выходят духи. Ты просто сейчас стоишь в одной точке, а мелики слишком тупые, чтобы отбежать сами от духа. Две башки упало. Поклонский ГЦ. Че, упал, упал, да? А колечко там нет? Не-не. Кому-то еще башка надо? На ух. Давайте на ух. О, интересно, у меня она есть? Блин, я не помню, есть она у меня есть. Ладно, давай порулим. Кому осколки? Кто выше? Послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Альянсу тут очень много. Капитан Саушан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Заклинание еще не готово. Сыны и дочери Орды, сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактар-Агар. Горкрон! Ну типа... Ты по ПМ читаешь? ПМ? Вы видите? Что это там? Схема? Дайте лапу, интеллект, каску. Видите, люди пишут в чате. Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфаном. Кирилл, дай каску. Я звук отключил. Я там хотел сказать, что я отойду на 2 минуты. Шмон. Я уже пришел. Ладно, я понял. Все. Что звук обычно выключаю. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Сейчас ты мне еще и пояснил. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда. Пойти на мага. Танк, почему ты так рано перелетаешь? Не все перелетели. Я могу МакВей поднять. Думай. Пехота,
Вставай. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Корабль под обстрелом. Заклинатели сюда, пусть зат... Давайте на наш корабль. Анты надо? Отец, перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Клина с меткостью. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы... Сейчас еще раз дадим. Дайте лапу. Или к тому муж коня уходит. Обновите кулак паладина. На орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через... Может, Дуду Сивков все проспекнуть? Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Кому еще кулак? Стабав лапу дайте. ДК, обнови, пожалуйста, кулак. Я лапу дал. ДК, вар, кулак. Все есть. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Я просто помолчу во время боя, но вы бейте трэша, если мы вайпнемся, посмотрю, кто не бил трэш или накину ГП.
Бля, только сейчас заметил, что бью своей печатью. DPS. Тут иду на пару минут. Клинок на FDK. На Гранде, рядом с матерью и предками. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва, тогда... Чеченька, Рога, маг, друид, ДК. Я портал открыл. Где-то опередила Джерима. У нас истерия, это у нее вообще донный ДПС для истерии, для охотника. Ну, истерия кидается. У нее и кидается. Если бы у меня был у Ханта такой ДПС истерии, я бы его уже удалил. Бля, Джерри на то до девчонок доебаться может. Ты просто считай. Ну, типа, ханты еще сбаганы из-за песни войны адского клича плюс истерия. И там пробагивается пронзающий выстрел. Все равно она умудряется дамажить, как я. Итог, девушки не ок. Ты б не удалил ханта. Ты ж паладина не удалил, и ханта бы не удалил. Не, да, это так и наше есть. Что, уже трэш научился откидывать? Пошли вторую сайду. Только крока не запустите. Контроля двух мобов.
Давайте кто-то справа запустите ловушку, я слева. Прелесть на Сагрите. Зачем ты забираешь на две стаки? Оно перебилось. Ну теперь забирай, не на 7 стаков. Коленочка упала. Кто же ее выиграет? Кто выиграет? Все. Сука, два, бля. Олег, тут корректировочка, короче, поклонский в танк этот спекается, окей? Тут есть уже в рейде АДК. Дайте ребаф, 6 минут осталось. И рыбу поставьте, если есть. Справа поставлю. Алло, Олег. Не, давай так, ты, Макгрегор, до конца танчишь. Окей. А поклонский АДК будет. Сейчас раздам бафы. Кому еще бафы? Каску обновиться под АК 5 минут. Сейчас заобновляем. Так, на рейндж у нас выходят Войд, Стербан, Лизни Тотем, Литрион, Пыч-Пыч-Бах, Гетто. И... Зик, а, да, и Козырь. Он летаем. Все готовы. Макрос на пол. Вот я стою, смотри. Мне кажется, Макрос. Заглядите на это. Работал. Перебежали за спину, меня слышно? Да. Так вроде... Убегайте с лужи. Так, вроде правильно расставил. Так, так, 2 ШП. 5, 6, 7. Перебежали за спину.
кто ДК перебегает туда, куда блюет босс. Да, да. Бежали за спину. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Перебежали за спину. Бежали за спину. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Бежали за спину. В Мелизоне сейчас будет большой слизик. Я блюю, секунду. Тяжки прожали хилы, захиливайте мелизоны. Перебежали за спину. Давай сакру, короче, давай речит проседает. Так, и на себя стаунтил. Ну, мог не таунтить, потому что взрыва не было. Взрыв, бегите. Все. Никуда не бегите. Какой-то хлам выпал. Но есть отличные новости. Он оставил море слизи. Так, травма. Надо кому-то, друиды. Я на есть. Понял тебя. Так. Она вам реально надо, травма, шаманы. Ладно. В комнате одели и давай хилить. Так, длинноухий получал кольцо. Длинноухого, кстати, еще пуха ничего по сравнению с моей. Сейчас вспомню, сколько за фунт дается. Да, у него пуха не очень. Нет. 390 плюс 390 578. Зачем шаману на зафут еще? Кинь за стол. Так, кстати, да, хотя бы за половину. Там 116 ГП кинь, да и все, вон там 1167. Фридом же никому не надо было. Но. Смысл она на шаман, она же ее выкинет. Ну там двое рольнули. Ладно, шипал, в принципе. У шамана там пуха получше, а у нее там пуха вообще капец. Так, чек на пол. Так, все готовы. Макрос пошел. Пуляй за одну секунду. Просто класки все пьют. Ну, кто-то может пьет. Не увидеть. В квадрат споры не вижу, в квадрате. На ком там споры были?
Агро. Да с агро нормально. Пыщ-пыщ бах, почему ты сорвал? Пыщ-пыщ бах, относи этот спору к шаману. Да. Сегодня мы не видим эти пельмени. На птице стаки вырвать. Винтаем, здорово. Подбегайте к спорту. Кирилл, 8 стаков. Да куда там забирать, да? Забирай, Макгрегор, Пседер, забери босса. На 9-м только топ танки забирают. На 8-м. Те, кто боятся. Давай, Сакру. Ну, уже на мне 6 стаков. Блядь. Прими мои соболезнования, блядь. Что оставил столько? Я даже чувствую. Вот это черная бойка. Макави, надо бисовые перчатки АДК. Это не бисовые на АДК. Это на ретрик, наверное. Я просто сказал АДК. Грегор, титы... Да. Так это не на ФДК перчат. На АДК, АДК. У тебя АДК спек? Буду делать, да. ДК носит 5 из 5 и на руч СРС. Там больше получается прирост. Так это ж кисти, не на руч. Они по ножу носят АДК со скоростью. Ну не знаю, не знаю, это спорно. Она на ФДК бис, это перчатка. Не, на АДК. Нет, на АДК тоже не бис. Зачем ты вообще ролишь перчи? Это же не бис вроде. Да, ну, какому паладину отдать там? Смотря какие сборы там, разные же конфликты бывают. Ковы ролил, давай кидай трейд. Там сетовые вещи берутся же, сетовые вещи, все 5 штук. Все. Просто ГП лишний получаешь за какую-то херню. Так, Маковею отдай. Сейчас отдаю. Все, давайте, можете тут танками поменяться, если хочешь. Смотрим твой ДПС. У меня надо было его ДПС на сурке посмотреть. Не, где на показатель. Он же там 19 дает вроде Макгрегор. И то без зова, а сейчас у него 2 зова героически. Ваня, Варенька тут? Так, ладно, тогда я пойду. Он двери пошел открывать, по-любому. Мокнутый.
кто-нибудь камушек на хас сделает, я дам регу. Давай. Так, давайте, он не там. Кидаешь проклятие на красного, слизня у идеале на зеленого. Кому дать регу? Будем ступать на маг. Ждать зеленого слизня. Первого зеленого можешь не замедлять. Стои, РДД в зону в квадрате. Или зону в кружочке. Чек на пол. Стербан готов. Как мы сейчас замедляем? Красного сначала, да? Всех двоих. На переход как всех двоих замедлишь. Первого зеленого не замедляешь. На переход как всех замедляешь. Так, пей столик. Только одну уже оставь на переходку и все. Тут без пол, без макроса на пол пуляй. Пуляй. Оставляйте прожимки на сейчас зеленого слизня. Стопайте по профу. Стоп по профу, профа не бить. Профа не бить. Выходит зеленый. РДД встали в квадрат. Максимальную дистанцию набираем. Бейте зеленого. Встали в кружок. Бля, чё ты делаешь там в квадрате? Я ж демон. Череп там что делал? Набивать уже зеленого. Давайте сейчас будет переходка. РДД в черепочке. Это не сейчас. На ком зеленый дебаф, вставайте в кружок. Чуть, блядь, не плюнул вас. Ты пойми, зеленого. Пиздата, блядь. Ты замедлишь его сейчас или нет? Становитесь в череп. Сербан, давай гимн отхил. Падаем. Как у нас только твой упали. 800к у слизня, вы не можете убить. Хорошо, мы еще добьем. Ну давай, смотри. Ладно. Убедили. Поднимай. Поднимай. Лазипан, ты встанешь? Поднимай меня. Все, не надо, поднимай. Классно замедлил, конечно, слизня, нету слов. Можно иннер залить? Давайте бафы по шаману, по паладину, играйте в красного сейчас. Залейте. Каску, Маковей. Седер, куклю, каску дай. Попалом каску. По шаманам тоже. Смотрим, пельмени летят влево-право, бегаем. Завис, идеально завис. Длинноухий, вставай. Сербан, пой гимна ману. Уже спел. Ставьте тотемы. Тут типка, спой гимна ману, пока есть время. Все, сыграли все в зеленого слизня, отбежали от пельменей. Давайте, все в зеленого слизня. Милики, не бежать к зеленому, отбежали в квадрат. Квадрат все отбежали. Все, отбежали в череп, бейте зеленого. Все, сейчас пельмени буду, смотрим, и колба. Колба. 2 секунды, колба. Колба, отбежали. Здесь ход, хатай, поднимай его идеально. Пельмени отбежали влево-вправо, отбежали. Давайте в красного сыграли. Бафы по Вуди Аллену. Стоп, профа, короче, не бить вообще. Ждем зеленого. Вот, гимн. Поставьте тотемы, если не ставили. Пробафайте лока.
Обновить кулак под ДК слазит прямо сейчас. Где в зеленого сыграли? В трусы мелики. Играйте все зеленого. Так, все в череп бежим. Мелики в череп. Бля, как вы не захилили, это жесть. И чё? Все, переводим профа. Кол подбежали. Все. Переходка пошла. На ком зеленый баф. Звезде все отбежали. Все, бьем по своим дебафам. Давай Сакрус Эддер. А че он завис? Бежались в квадрат. О, это был неплохой блин. Впервые за 20 лет, наверное. 20 лет. 22. Сколько там стаков? Не вижу, блядь. Ты не в одной пати. Спасибо, что агрите босса, пацаны. Реакция просто топ. 4 секунды на мне босс висел. Забирай, Седер. Седер, забери босса. Таунт, прожми. Я нажал таунт. Прожми праведная защита теперь. И это жму, нихуя не забирается. Неправда. Ну, блядь, ну что неправда? Ну, ёб твою мать. Ну, неправда просто. Просто неправда. Он на тебе сидит, Седа. Это анимация нужно стало делать. Смотри, полученный урон парирования, уклонения там. Поднимайте павших. Бой пока. Так, походу Ваня все уже, наверное, не зайдет. Два босса убито. Но он на ка сидит. Ну там. Готово. Да, точно вот забыл. Макове, тебе надо колба? Надо подождать. Блять, подходите хилы сюда быстрее. Олег, ты тут? Да. Давай, может, с совой зайду? Ну, только как хочешь. А тут что-то ни одной совой, я смотрю. Проблем есть, в принципе. Хилы здесь, погнали бить этого рослого. Ща я на САУ зайду, подожди. А ты на ком же? На кресте был. Что-то даже не заметил. Это... Какой тебе парень советую? Этот подбирал рейд, чтобы коле паролить. Понятно, на креста захожу, значит, обратно. Воу, блин. У тебя какой ПР? 71. Ну правильно, на престол заходи. Ты поэтому в ПМ спрашивал, да? Ну да. Заберу колье за 2000 ГП. Давайте распределим цели. Это типка. Кружок. Что там добрали уже?
Крест. Ну, сейчас добрали уже, но он не повесил КД. Ну, отойдите. Но я могу уступить. Отойдите, отойдите, смотрите скилл. Ну, хоть заходи. Мэрилен научила, да, Джерри? Ну, это у меня... Ага, хуй там, вы стоите, дрочите. Что ты для дерьма ты сделал сейчас? Смотрите скилл. Красава. Да, я законтролил своего. Ну, что ты за дерьмо сейчас сделал? Ты просто согрелся. Кажется, Сандер стоит за линией. Попросил это ты. Сандер знал, что ты хотел. Ты, конечно, я специально аж не знал, что за линией, не за линией, что имеет роль какую-то. Если бы он сказал, то иди, я подошел. Просто хотел бы знание кинуть, скажу. Давай, подождите, не ходите, вот Дима показывает скрин. Не надо, дети уже череп, этот кружок из окна. На хосту камень, да? Да, пожалуйста, на хосту. Кинь еще раз обмен. Ну, спасибо. Ну-ка, давайте. Метутипка, звезда, войд, кружок. Да, скилл Джериона. Зачем ты это делаешь? Хотел одно. Там должны бежать два моба. Это еще что? Если остальные стоят за линией, типа стадой моба, а эти боб поудяли, да? Боб поудяли. Надо было внизу всем стоять просто. А вы на ком? Я не понял прикола просто вообще сейчас. Кровь. Но он нажимает на пол, бьет с наполом, притворяется мертвым, соответственно, бегут только там мобы, по которым он ударит. А дальше там типа РС? Ну, сейчас я видел, как все мобы побежали. Вол, блядь. Джерин, как дела? Хуян. Это толк от этого, если законтролить и бить двух мобов вместо одного. Да чего, просто не получилось, чего сразу ловитесь. Я сейчас что-то в трэш вообще никого не убил. Что на пол, на танк. Да, я видел. А, ну да, три ханта тут есть, Серега. Потому что танки хорошие просто. Бейте тактика, он так пускай бегает. Не надо вихер кидать. Ближе так убьем. Каски пораздавай. И сейчас шаману. Все вроде. Кто из вас танчит Талдорама? Валанара. Ты фулл баф по друидам. Рыбку можно поставить. Клонского хилинга будет? Слева рыбка. Я каски бафую, лень. Видите кулак? Кулак 5 минут. Раздал. Дайте приста баф еще. И им тут. Подтвердили готовность. Кто танчит двух боссов? Хорошо. Пошли тогда. На инту, пожалуйста, дай. Думали, что Талдорама на пульте и раскидайте три метки. Я кину на Талдорама метку. А так не дайте ауру. Мы кинетики три ханта, да? Или. Давайте рост. Не знаю, Джерри, у нас будет два ханта на кинетики. Седер, прожимай сокруг. Моя
Ну слышно, какие клавишами? Слышно. Да. Сейчас не было слышно. Ну, вы что, глухие что ли? Я сейчас нажимаю клавишами, если что. Ханты, я кинетика помню. Мышку слышно, если. Мышку слышно, да. Я сейчас мышку тише. Ну-ка, понажимай. Не, не слышно. А вот так, так да. Че ты с головой катаешься, блин? Так еще слышно, наверное, да? Как движением там играет на арене. Джерин не так играет. Ну, клацает так, наверное. Кирает. Киль остался. Как пулеметчик. Новую клавиатуру купил. Ты кому? Тебе. Мне ничего не покупал. А чё не слышно клавиатуру? Он в ад. Он звук просто клавиатурой. Нет. Я просто нажимаю один раз по скиллу. Ага. А, сдохнул. За секунду один раз нажимаю. Хаммер докупал какой-нибудь? Блядь, где тут будто? Плащ на танк упал. Остальное было. Он танка плащ кому-то нужен. Надо, конечно. Чем уже собрал шэм? ФК 2 минуты уделен. Блин, я осколок не тому отдал. Надо кому-то этот плащ на офф. Я что-то забыл, что мы не надо этому ничем отдавать, извини. Дима, давай вот сагли по скиллу сейчас. Как не знаю, как надо стоять. Это убираю. Могу просто попробовать. Чё? Попробуй убери, здесь сагли. Отойдите, отойдите, отойдите все. Это убрать надо, чтобы не сагрить всех. Попробуй сейчас сагрить. Кто там? Шланга прикинь. Ну, видите? Только тактика нахуй. Вот это скилл, блядь. Ебашим. Не, я хотел еще сварить. И можно только тактика вытаскивать. Четко будет. Ну, ты же спиду пройду. Сколько там еще тактиков? Раз. И два. Кружок. Давайте просто. Я кружок законтролю, звездочку плесты. Идемте это контролить. Так, я кружок законтролил. Бейте. Бейте звезду, бьем. Че вы бомбу-то на меня хуярите, блин, алло? Топы, наверное. Ага. А, кружок прожал, бабл какой-то. Давайте кольцо льда, огнев небес. Кружок играем теперь. Тут тоже можно взять.
тактиков убивайте. Давайте по фулл баф. Дай с тобой каску локу. Секунду. Добавка аж к локу. Сты, вы слышите? Это заклинание еще не готово. И каску еще по локу. Локом заново бафайте. Все, все дали. Он летаем еще крест. И пристабав заново. Мы в каком бусе падали? Тофсендер? Кирилл. Да. 49. Погнали, Магрыб. Где там? Этот. Поклон. А, все вижу. Неразумное решение. Я только попробую на вкус. Ни в чем метка. Как вам такое? Летаем 2 ДК. Смотри влево. Делаем его на семетку. Смотр влево. Я не здорово, Лизипанк. Вот хил вправо.
Скажи мне сакру. Теперь легим на хп. По-моему, опять печать его ешь набил. Зипам, давай вправо. Давайте рост. Маковей, Ленин, Никитэм. Нужна инер по лизипанку. Бля, почти 600, 600 хпс-а. Сука, да, какая нахуй. Обычную печеньку, пожалуйста. Ебаная пучина, бля. Не, ДПС какой-то мне дерьмовый. Спасибо. Внимательно. А с прошлого босса не ролили, по-моему, завоевателя?